Даже ситуация выйти шейки нарушит требования пунктов 1.3, 1.5, 9.9, 10.1 и 10.2 правил дорожного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия действиями Шейкина по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью пешехода Галкина, а также по неосторожности причина смерть двух лиц: пешехода Журавлева, пешехода Савельева. Что для подсудимого защитника выразить те отношения к предъявленному Это диспозиция нужна. Диспозиция солидарности, сторона защиты не отрицает сам факт тех действий, которые описаны в обвинительном заключении. Однако необходимое условие, которое явилось именно причиной наступления общественно опасных последствий, это нарушение правил дорожного движения иным лицом, водителем Дашина. В материалах дела имеется постановление суда о привлечении его к административной ответственности. Однако в обвинительном заключении это не нашло никакого отражения. Мы еще все узнали на утро, с вечера ничего не знали. Нам позвонил потерпевший Галкиной и сообщил, что Надя с Димой попали, Надя с Димой наехала машина, что Дима погиб, а Надя в реанимации. Мы сразу же приехали в Воронеж, встретились со следователем. В общих чертах он нам рассказал, как это случилось, что машина на большой скорости выехала на тротуар, и на тротуаре сбила их двоих, и еще пожилую женщину. По наказанию, если суд признает Шейкина виновным в совершении инкриминируемого преступления, это ваше мнение? По всей строгости закона. Я понимаю, нам от этого легче не станет. Но, с другой стороны, на памятнике нашего сына написано: из жизни ты ушел мгновенно, а боль осталась навсегда. Эта боль останется с нами навсегда. Но хотелось бы, чтобы виновник тоже почувствовал какую-то боль. Я, может, не по-божески говорю, но наказание должно быть по всей строгости закона. Пусть тоже прочувствует, как нам нелегко до сих пор. Третий год, а мы каждую неделю на это кладбище бываем. Хотелось бы ваше мнение узнать по наказанию. Вы считаете, на усмотрение суда? Я считаю, что данный человек должен принести заслуженное наказание, какое только возможно суровое. Значит, убить двух человек и оставить еще одного человека инвалидом, я считаю, что это стоит того. Значит, все тут адвокаты говорили, что опять уходит от того, что, значит, там помеха была. Если не было превышения скорости, никаких вот этих ситуаций не было. Да, звонила адвокат Сугурова Людмила Александровна, звонила мама подсудимого. С матерью я не стала встречаться, потому что ни психологически, ни морально я не была в тот момент готова даже к этим встречам. Но потом присутствие моего адвоката на территории, моего адвоката, мы встретились с матерью Шейкина и с адвокатом Сухором. Ну, у нас разговор как-то не пошел, как сказать, ровно. И, мне кажется, сторона себя вела очень сухо, высокомерно. Поэтому так мы разошлись, как бы не придя ни к какому согласию. Мы даже не услышали друг друга. Они пытались услышать меня, мою боль принять. Они вот какую-то свою держали заявленную планку, что было очень неприятно. Просто высокомерно и некрасиво.